Сегодня в здании правительства Ульяновской области прошло заседание Совета председателей избирательных комиссий субъектов РФ. Как место проведения выездного совещания наш регион выбран не случайно, мы лидеры по многим позициям избирательного процесса. В город на Волге прибыл зампред Федеральной и Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Если мы вот так ретроспективно там посмотрим, то избирательная кампания в Ульяновской области, в частности губернаторская, за последние там несколько лет, это была одна из самых конкурентных кампаний, и она была для губернатора непростой. При этом, как мы оценим в ходе этой избирательной кампании, Сергей Иванович об этом сказал, очень жестко соблюдались все нормы и федерального, и регионального законодательства. Соблазн включить административный ресурс, воздействовать на избирателей через черный пиар и серые схемы всегда есть, считает опытный политик. Однако соблюдение избирательного закона в регионе находится на высшем уровне. Хотел бы в вашем присутствии поблагодарить Николая Ивановича и тех коллег, которые приехали с Центральной избирательной комиссии в Ульяновскую область, потому что у нас есть уникальная возможность ознакомиться с теми новациями, которые сегодня обсуждаются в Центральной избирательной комиссии, ознакомиться в том числе и с теми недостатками, которые есть в деятельности многих субъектов Российской Федерации, чтобы здесь, на территории Ульяновской области, не допускать нарушения действующего законодательства. Ульяновску есть чем гордиться, считают гости. За последние 10 лет регион стал лидером в авиаиндустрии, культурной столицей Содружества независимых государств, единственным в России литературным городом ЮНЕСКО. Это лишь малая часть лидерских титулов, завоеванных областью. Культура, промышленность, благоустройство, инвестиции – все это формирует менталитет гражданина-избирателя и гарантирует успех выборов как общественного явления. Гражданская ответственность, по мнению гостей региона, то, что отличает граждан и процессы выборов в Ульяновской области. Павел Половов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.